Отличие в том, что женщина изменяет уже из-за чисто эмоциональной неудовлетворенности. Когда ее, как женщина, мужчина не принимает длительное время, а наоборот прессует, гнобит и не дает ей почувствовать себя счастливой. Вот именно этот драйвер, как правило, является доминирующим в женских изменах, потому что в 30-40-летнем возрасте женщины без этого не могут, если у них есть семейные взаимоотношения, но их при этом партнер не взращивает, не дает им подпитки, не любит их, не выражает свои чувства, а наоборот принижает, унижает и таким образом делает семейную жизнь несчастливой, а невыносимой. И тогда измена – это как отдушинка такая. Вот. Для мужчин это больше поиск некой новизны. И более иногда, к сожалению, мужчина часто общается в таких кругах, где это считается нормой. Нормой того, что ну как же, мы же тут должны же это иметь, должны, так сказать, баловаться. И это как форма проведения досуга определенного. И если более того, ты не такой, то тебя из этого общества могут исключить. А это может влиять на репутацию, на бизнес, на, так сказать, какие-то другие перспективы. Это часто завязано с социальной ролью. И, к сожалению, на каких-то этапах люди попадают в эти модели чисто подростковые, для того, чтобы иметь вес в глазах других людей. И потом с этой иголки не могут слезть даже в более позднем возрасте. В этом отличие двух моделей, мужской и женской, по структуре измен.